Характерен черкесский камыль. Я вот для примера прям возьму даже его в руки. Это мой личный инструмент, ему уже довольно много лет. Он из латуни сделан. Наверное, я его продемонстрирую, прежде чем рассказывать о нем. Одна важная характерная особенность открытых флейт, что когда во рту сухо, играть очень-очень тяжело. Если вы вдруг собираетесь играть, то имейте это в виду. Это адыгский камыль.